Готовится к открытию новый дополнительный офис многофункционального центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Сейчас услугами МФЦ в шаговой доступности могут воспользоваться жители поселков Володарского, Горки-Ленинские, Развилка, села Молоково, микрорайонов Государев дом и Бутово парк. В настоящий момент ведутся ремонтные работы в помещении на территории жилого комплекса «Пригород Лесное». Именно здесь совсем скоро откроется дополнительный офис МФЦ. Жители вышли с просьбой к главе городского округа Алексею Петровичу Спасскому с просьбой создать МФЦ в жилом комплексе «Пригород Лесное». Также были обращения в адрес губернатора. В результате появилось поручение об открытии офиса «Мои документы» на этой территории. Мы вышли в Совет депутатов о выделении дополнительного финансирования, поскольку эти деньги не были заложены в бюджете городского округа на 2023 год. Фракция «Единая Россия» в нашем Совете депутатов активно поддержала эту идею. Помещение площадью 140 квадратных метров застройщик передал в собственность муниципалитета. Скоро здесь начнут работать 4 окна на прием и выдачу документов и 8 точек доступа к порталу госуслуг. Сейчас видим, что здесь идут ремонтные работы. Мы планируем вот в этой зоне расположить места доступа к порталу государственных услуг. В этой зоне у нас будут места приема выдачи документов. Будет у нас серверная и будет обязательно помещение для бэк-офиса, то есть это для обработки документов, подготовки их к отправке в ведомство и выдачи. И мебель уже заказана, и заказаны рекламные конструкции, и все, что касается, да, вывеска, все, что касается фирменного стиля, мои документы, все будет оформлено так, как должно быть. Офис будет работать без выходных и рассчитан на прием порядка 500 человек в день. Планируется, что в конце августа, начале сентября первые посетители смогут воспользоваться услугами дополнительного офиса МФЦ.